Всех приветствую на канале. Продолжаем вязать трикотажные тапочки. Подошва уже готова. Осталось обвязать посередине подошвы и связать вверх. Начинаю обвязывать с изнаночной стороны. На пятки во вторую вывожу нить. На изнаночную вывожу петлю. Хвостик на лицевой оставляем сантиметров 5-6 и начинаем обвязывать следующую. Вывела петлю, провязала следующую. Выводим петлю на изнаночную сторону, провязали. Вывела петлю, провязала. Так провяжем до носка. Довязала до носка и вот делаем последнюю петлю. Вытянули, возвращаю. И вот сюда вот предпоследнюю вытягиваю на изнанку. И запрячем эту нить вовнутрь. На пятки в первую петлю вытягиваем нить наизнанку, сделаем петлю, возвращаем на лицевую и в предпоследнюю. Так вот сбоку вытягиваем на изнаночную сторону. Вытянули ее и запрячем вовнутрь. Дальше нам нужно связать вверх, нужно связать полоски. Связала серые и красные. Для двух тапочек нужно связать 8 полосок. Для полоски набираем 16 воздушных петель. Вяжу я тапочки крючком номер 4,5. Оставляю коротенький хвостик и набираю 16 воздушных петель. Набрала 16 петель.
первую не провязываем, со второй начинаем столбики без накида. Первую не провязываем, развернули. И вот за заднюю стенку провязываем 14 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5. Так, провяжем 14 столбиков. Провязала 14 столбиков. И вот последнюю петлю провязываем 3 столбика. 1. Сюда же второй столбик. И третий столбик. Затянули. Этот хвостик провяжем. И за заднюю стенку провязываем столбики без накида. 1. 2. 3. Провяжем до края. Довязала до края и в последнюю провяжем 3 столбика. 1. 2. 3. Отрезаем рабочую нить, вытянули и через одну петлю протянули и возвращаем. Вернули ее, затянули. И на изнаночной стороне протянем. Еще раз. Еще раз протяну и отрежем. Лишнее отрезаем. По сантиметрам полоска получилась 17 сантиметров. Дальше соединяем эти полоски вместе. Соединяю основным крючком. Будем провязывать по 3 петли. Выводим петлю. Хвостик провяжем. Хвостик провяжем.
одна воздушная, следующую. Столбик без накида. В третью петлю. Столбик без накида. Соединяем следующую полоску красную. Также провязываем 3 петли. Один, два, три. Красную также провяжем 3 петли. Один. Два, всего попался, три, и серую провяжем 3 петли. Один. Два, три, одна воздушная, разворачиваем, первую не провязываем, во вторую столбики без накида. Провяжем все петли до края столбиками без накида. Довязала до края. Отрезаем нить сантиметров 40. Ею будем пришивать к тапочку. Подошве и вытягиваем эту петлю. Складываем ее. Красную. Правую наверх, серую под низ, левую серую на красную, под серую. Смотрю по тапочку. Красную под серую. И красную наверх. Вот так вот. И также этот край обвязываем по 3 столбика. Можете булавкой соединить, я же так буду вязать. Делаю первую петлю. Вставляю короткий хвостик. Одна
воздушные, хвостик провязываем во вторую, столбик без накида, третью петлю, столбик без накида, красную провязываем также 3 петли, 1, 2, 3, 2 красную полоску также провязываю 3 петли, 1, 2, 3. И серую. Также 3 петли. Так, поправляем вязание. Один, два, три, 1 воздушная, 2. Разворачиваем вязание, первую не провязываем, во вторую столбики без накида. Провяжем все петли столбиками без накида и оставим кончик сантиметров 40. Провязываем. Довязала второй ряд и отрезала подлиннее рабочую нить. Переплетение я делаю в разные стороны. Если переплетать одинаково, рисунок будет смотреть в одну сторону. Я же смотрю, если я переплетала с этой стороны, вторую переплетаю наоборот. Так будет понятно, где внутренняя часть тапочек, где наружные. Так как стельки провязаны не ортопедические, обычные, подойдут на обе ноги. И начинаем пришивать верхнюю часть. Пришивала я, оставила от носика 4 сантиметра. У меня получилось 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 петель. Отмечаем маркером. И начинаю пришивать верхнюю часть к подошве. Беру потоньше крючок. Кому неудобно крючком, можно пришить иглой. Пришиваю не где я обвязывала подошву, а рядом. Вытягиваю на изнаночную сторону.
вытянула. Будем пришивать 13 петель. Вот первую, следующую петлю и вот в следующие. Вытягиваем нить. И возвращаем эту нить назад. Так, через петлю сюда же протянули на низ подошвы. Следующую петлю провяжем. И вот в следующее отверстие через один столбик протянули. Возвращаем сюда же так через петлю поверх. Вытянули. Следующую петлю провязываем вот через один столбик. Вывели петлю. Возвращаем сюда же. Вот сюда же. Поверх петли. И еще раз следующую петлю через столбик. Здесь также через столбик. Вытянули. Возвращаем нить назад. И так вот провяжем до края. Довязала до края. Закреплю вот так вот последнюю. На низ подошвы. И точно так же пришью вторую половину. От маркера отсчитываем 13 петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Смотрим, чтобы было параллельно. И выводим на низ подошвы. Закрепили. И вот следующую петлю через столбик выводим нить наверх и точно так же возвращаем поверх петли. На низ подошвы. Следующую петлю
через столбик. Нить наверх. Возвращаем ее. Вернули. Точно так же провязываем вторую сторону. 13 петель. Соединила вторую сторону. Кончики протянем между столбиками. Несколько раз протянем и запрячем вовнутрь. Так вот их вовнутрь. Лишнее можно отрезать. Точно так же протянем второй кончик между столбиками. Запрячем вовнутрь. И лишнее можем отрезать. Вот у меня переплетения смотрят в разные стороны. Можно так использовать или наоборот. На этом видео заканчиваю. Кому понравилось, ставьте лайки. Не забываем подписываться на мой канал. Всем пока-пока!